Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами рубрика «Внимание на старт». Болейте за наших и сами устанавливайте личные рекорды. Многие известные футболисты начали свой путь с игры во дворе. 9 октября приглашаем всех желающих окунуться в мир самой популярной игры с мячом на уличной площадке во дворе дома 265 по Приморскому шоссе. При себе иметь спортивную форму, хорошее настроение и желание играть в футбол. Начало в 18:00. Подробности в группе ВКонтакте «Центр физической культуры, спорта и здоровья курортного района». Уличный футбол – настоящая школа жизни. Приходите учиться, совершенствоваться и покорять новые высоты. Физическая активность на свежем воздухе укрепляет организм. 7 октября приглашаем на бесплатное занятие по общей физической подготовке людей старшего возраста. Упражнения улучшат работу всех систем организма, нормализуют аппетит и сон. Начало в 12:30. Место проведения – поселок Комарова, стадион на Ленинградской улице. Подробности в группе ВКонтакте «Центр физической культуры, спорта и здоровья курортного района». Приходите, регулярные физические нагрузки – основа здорового образа жизни. Каждый лыжник знает, что лыжи-роллеры – это незаменимый атрибут в бесснежный период. Для любителей и профессионалов 9 октября состоится 6-й этап открытого кубка «Масс-спорт». На этот раз все желающие старше 13 лет ждут соревнования на лыжи-роллерах. В дисциплине скиатлон первую половину дистанции длиной в 6,5 километров участники пройдут классическим стилем, вторую – коньковым. Старт в 12:00. Место проведения – Комендантский проспект, дом 140, завод Nissan. Подробности регистрации на сайте OTIME. Приходите, катание на лыжи-роллерах – лучший способ сохранить свою физическую форму и прокачать лыжную технику к будущей зиме. И помните, день, проведенный с пользой для здоровья, подарит вам неделю отличного настроения. С вами была Екатерина Иванова. До встречи через неделю!